Хрустальные деревья, хрустальная трава. Зима уже вступила в законные права. Все инеем покрыто, куда ни кинешь взор. Серебряные елки, причудливый узор. И посмотрите, сегодня мы будем с вами делать вот такое чудо. Веточки в инее. Делать мы будем их из фольги, поэтому нам понадобится рулон фольги, линейка, ножницы, которыми мы будем резать фольгу, спица и проволока. Можете брать любую. У меня вот такая, которая для декоративных цветов. Итак, берем фольгу и отрезаем 4 сантиметра ширину, полоску с шириной 4 сантиметра. Мне удобно резать при помощи линейки. Вы можете при помощи ножниц. Вот смотрите, я сделала примерно 4 сантиметра и потихонечку начинаем отрывать фольгу. Вот одна полоска. Вторая полоска. И так я должна сделать полосок 25-30, в зависимости, сколько веточек вы хотите сделать. Затем мы приступаем уже к изготовлению самих веточек. Фольга у нас имеет две стороны. Одна матовая, другая блестящая. Мы сгибаем эту полоску именно блестящей стороной. Матовая у нас будет внутри пополам. А затем начинаем пальцами аккуратно сминать ее. Не сильно нажимаем, просто как бы придаем объем полоски. Сминаем до самого конца. И вот теперь у нас вместо полоски получилась вот такая объемная палочка, да? Затем уже делаем саму веточку. Для этого мы двумя пальцами, сильно нажимая и скручивая немножко нашу полоску, начинаем делать вот такую вот веточку. Нажимаем и скручиваем. И получается как бы тонкая металлическая веревочка. Вот такая заготовка у нас получилась. Их можно 12-15 сделать. Но, как вы знаете, веточки на деревьях у нас разные. Бывают короткие, бывают длинные. Это у нас будет короткая веточка. А чтобы сделать веточку подлиннее, мы берем полоску фольги и еще половину полоски. Также это сгибаем пополам. Блестящей стороной снаружи. И вторую половинку точно так же. И начинаем опять между пальцами сгибать, сминать ее немного, чтобы получилась объемная полоска. Небольшой край оставляем, не сгибая. Вставляем в край другой полосочки и точно так же продолжаем сгибать. Вот у нас уже с вами получается длинная полоска. Продолжаем повторять то же самое. Между двумя пальцами скручиваем нашу полосочку, уже нажимая пальцами намного сильнее, чтобы она получилась тонкая. В том месте, где у нас было соединение, мы нажимаем посильнее, чтобы диаметр нашей веточки был примерно одинаковый везде. Вот такая длинная веревочка у нас получается.
Это длинная заготовка, это короткая. Теперь где-то тоже примерно 10-15 мы их делаем. И начинаем придавать форму. Для этого нам нужна спица. Мы берем нашу веревочку, придерживаем пальчиком и обвиваем вокруг спицы. То есть делаем спиральку вот такую. Желательно, чтобы спиральки друг друга касались, не было расстояния между ними. Ну и пальцами немножечко как бы закрепили эту спиральку. Теперь вытаскиваем спицу. Вот у нас получилась какая пружинка. Мы ее растягиваем, делая вот такие кучеряшки в веточке. Вот такая веточка получилась. Теперь берем маленькую, короткую веревочку. Точно так же ее натягиваем. Накручиваем на спицу спиралькой. Закрепили. Вытащили и пружинку нашу растягиваем. Растягивать можно как вам удобно. Хотите подлиннее сделать, растягивайте больше. Хотите сделать покороче, растягивайте меньше. Сейчас я еще одну сделаю, где растяну поменьше. Закрепила. Снимаю и просто растягиваю вот так вот, чуть-чуть совершенно. Вот она у меня короткая веточка получилась. Итак, мы сделали несколько таких заготовок, а теперь будем собирать большую веточку. Для этого мы берем нашу полосочку 4 сантиметра, сгибаем ее пополам и уже по сгибу именно проглаживаем, чтобы у нас получилась ленточка. И еще одну полосочку точно так же сгибаем. И проглаживаем. Берем нашу проволоку. Ну, сначала мы, естественно, короткую веточку сделаем. Мы ее накладываем на проволоку вдоль проволоки. И немножечко тоже так же спиралечкой закручиваем на проволоку, закрепляем. А затем, чтобы не видно было нашего крепления, начинаем обматывать нашу проволоку вместе с веточкой этой лентой. Мы прижимаем хорошо пальцами и закручиваем по проволоке нашу полосу. Вот веточка у нас одна уже готова. Так, теперь делаем следующую веточку. Я тоже возьму короткую. Также вдоль проволоки я ее соединяю и прикручиваю нашей полосочкой, прижимая пальцами крепко, чтобы у нас была крепкая конструкция. Так. Так, еще возьмем одну полосочку, вот такую, давайте веточку нашу сюда ее сделаем, тоже вдоль проволоки положили и заматываем нашей лентой с фольгой. А теперь можно взять длинную веточку и ее также примотать. Кладем вдоль проволоки и приматываем, хорошо прижимая пальцы. Следующую веточку приложили и приматываем полосочкой.
Еще одну веточку я могу взять короткую. Прикладываю вдоль проволоки и приматываю. Хорошо прижимаю пальцами. А теперь вот такую возьму веточку длинную. И тоже ее примотаю. На веточку, получается, можно примотать примерно 7-8 маленьких веток. И еще одну. У меня заканчивается ленточка. Я беру вторую, вставляю ее и вместе с ней продолжаю закручивать. То есть я нарастила свою ленточку. И так я закручиваю до конца нашей проволоки. Прижимаю. Если мне не хватит ленты, то можно взять еще одну ленту, чтобы до конца закрутить. Ну, а уже расположению веточек мы придаем свое любое положение. Какие-то мы поставим прямо, какие-то согнем, какие-то волной сделаем веточки. Как вам понравится? Такая красивая искристая веточка, веточка в Индии у нас получилась. Ну а для того, чтобы создать композицию, я взяла и покрасила обыкновенную бутылку акриловой краской, приклеила на нее украшение из фикс-прайса, и получилась вот такая интересная вазочка. Вставила в нее свои веточки, и вот она, новогодняя или же зимняя композиция. Спасибо за внимание. Удачи вам. Творите.